Ей недавно исполнилось 17 лет. Ну, глобальных достижений пока что никаких не было. На прошлогоднем чемпионате Европы она была 30-й. Сейчас она уже попала в число как минимум 24 лучших. Как минимум, потому что это произвольная программа. Хорошее начало программы. Это был двойной аксель с двойным тулупом. Причем двойной тулуп был исполнен с рукой над головой, что придает дополнительную сложность этому элементу. По заходу, по эмоциям, был тройной луц, должен был быть. Да, на два оборота меньше получилось. К сожалению. Зато тройной Ридбергер получился очень хорошо. Сложные каскады оставлены на вторую половину программы. Девушка смелая. Ну, это просчитанная смелость, потому что каждый прыжок, сделанный во второй половине программы, оценивается на 10% выше, чем в первой половине программы. Три-два, в общем, как и планировала. Смотри, должен быть очень красивый каскад. Флип тулуп риппер. Правила позволяют делать спортсменам один каскад из трех прыжков. Всего один. И все стараются его исполнить. И исполните обязательно во второй половине программы, потому что, чтобы получить максимальное количество баллов. Очень неплохо, очень неплохо. Элиска, младшая сестра Михаила Бжизнева.